Здравствуйте, друзья, с вами Вальтер и срочные новости археологии. Не могу держать в себе, не могу ждать и готовить большой огромный выпуск, ибо прямо жду нашествия фанатов теории отсутствия монголов и монгольского нашествия. Ох, как же я люблю их троллить от всей души и совсем, так сказать, увожением. А на самом деле тут реально действительно интересные новости. Они пришли вот буквально сегодня, вчера, то есть, ну, совсем-совсем свеженькие. Есть что рассказать и даже есть чуть-чуть что показать, что самое важное. Пока, конечно, мало, но довольно интересно. Естественно, я сейчас не готовил специальный текст, специальный выпуск и прочитаю текст прямо по новости. Обратимся к сайту, собственно, Экоправды. Ученые исследовали горный участок Харик, где ранее было обнаружено кладбище, датируемое 1206 годом, началом 13 века. В этом году Чингисхан захватил власть над монголами и начал свой легендарный рост влияния во всей Азии. Несколько лет назад там, собственно, было обнаружено захоронение в вечной мерзлоте 11 тел древних воинов-кочевников останкам более 800 лет. Но они удивительно хорошо сохранились, ибо холодильничек – вечная мерзлота. Вместе с мертвыми были захоронены орудия труда и одежда из тонких материалов. Анализ белков в зубном камне показал, что эти люди употребляли молоко не только лошадей, овец, коз, но и яков. Специалисты были взволнованы, обнаружив, что монгольская элита использовала продукты этого животного, которые имеют большое значение в горных азиатских регионах. Самой примечательной находкой стало тело знатной женщины, похороненной в берестяной шапочке и шелковой мантии. На мантии было изображение золотого дракона. Конечно, вечная мерзлота, она очень хорошо сохраняет останки, но есть другой нюанс. Сейчас происходят серьезные таяния вечной мерзлоты, в результате чего подобные находки становятся все более и более частыми. И довольно регулярно ученые, которые исследуют данные находки, обращают внимание публике к тому, что подобные захоронения или случайные места гибели людей, которые были заключены в вечную мерзлоту, часто подвергаются разграблению черными археологами. Про них мы говорили неоднократно. И вот следы таких разграблений в подобных захоронениях встречаются регулярно. Это очень печально, друзья. Ну что ж, вообще находка крайне интересная. То есть, то, что в этом году удалось все-таки исследовать захоронение в целых 11 тел, это реально круто. То есть, и действительно, когда там еще есть и предметы материальной культуры, еще можно провести биохимические анализы, это вообще класс. Пока информации крайне мало. То есть, буквально я вам сообщил саму новость, показал там 1-2 кадра, которые есть в сети, и все. Больше мне рассказывать еще нечего. Но это монголы, 13 век, это круто, мы 13 век на канале очень-очень любим. Постараюсь в ближайшее время собрать побольше информации и, возможно, включить более подробный отчет о находке и рассказ о находке в следующий серьезный большой выпуск новостей археологии, который у меня в целом готовится. Так как вы, наверное, слышите, у меня проблемы немножко с голосом, я еще все мучаюсь с аллергией, но скоро я от этого избавлюсь и вернусь полноценно в строй. Ну а пока радуемся за крутейшую находку и очень ждем полноценных отчетов с раскопок. Вот. Ну а с вами был Вальтер, не забывайте поддерживать мой канал на Бусти, это единственный способ помочь мне создавать новый крутой контент и рассказывать вам как можно больше информации про историю, средневековье, про археологию и, конечно же, про реконструкцию. С вами был Вальтер, канал У Вальтера, Фландрия и Лев. Всем пока! Thank you.